10 июня этого года Совет депутатов городского округа Щелково объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. 6 июля он завершился, и депутаты из числа прошедших отбор кандидатов выбрали Андрея Булгакова. Через два дня самый торжественный момент – вступление главы в должность. Пандемия не позволила провести церемонию инаугурации в том масштабе, которого она достойна. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных требований в присутствии всего нескольких десятков гостей. Председатель Совета Елена Мокринская огласила основополагающее решение. Совет депутатов решил избрать на должность главы городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича сроком на 5 лет. Избранный глава городского округа Щелково принес присягу, после чего обратился к собравшимся. Отметил, что новая команда будет решать поставленные задачи, опираясь на местный и региональный потенциал. Задача нашей новой административной команды в ближайшие годы вывести городской округ Щелково на самые лучшие, самые первые места в Подмосковье. Для этого есть все предпосылки и есть все возможности. Андрей Булгаков отметил активное развитие муниципалитета за последние 5 лет, но в то же время определил для себя отстающие направления. Прежде всего, это ЖКХ и благоустройство. Эффективное решение вопросов по убеждению нового главы обеспечит максимальное участие городского округа Щелково в госпрограммах Московской области. Благодаря нашему губернатору мы важные и необходимые для округа направления будем решать в ближайшие 3 года. Конечно, это социальная инфраструктура и в целом инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Булгаков приступил к исполнению полномочий руководителя нашего муниципалитета 2,5 месяца назад. Он благодарен тем, кто за этот сравнительно небольшой срок успел ему поверить. Благодарю Совет депутатов городского округа, который в непростой, как бы сложно у нас сегодня начиналось, но в трудное время и важное для города, оказался настоящим союзником каждый из депутатов и понял мою программу, поддержал. А вот так глава округа определяет основные принципы работы своей команды. Работать не ради работы, я это повторяю, работать на результат. Везде. Поздравить Андрея Булгакова со вступлением в должность прибыли представители областных и федеральных органов власти и управления. Андрей Алексеевич, вам оказано огромное доверие Советом депутатов. Но я уверен, что благодаря вашему опыту и вашей энергии вы это доверие оправдаете. Есть очень много еще болевых точек, вы знаете, наверняка уже познакомились, и мы вместе с вами готовы подключиться к решению этих проблем. Служение нашим жителям – это самое основное, что есть у каждого чиновника. Я уверен, что у вас, у вашей команды при взаимодействии с профессиональным советом депутатов, который, я уверен, стоит с вами вместе и реализует все то, что, о чем вы сказали, все получится. Желаю процветания городскому округу. Желаю вам, чтобы ваши результаты и планы, которые вы все-таки уже выстраиваете, или уже выстроили, может быть, на ближайший год хотя бы, быстрее осуществлялись, естественно, чтобы цели не заставляли себя долго ждать, и люди их видели. С этого дня вы несете полную ответственность за все, что происходит в городском округе Щелково. Ноша нелегкая, хлопотное хозяйство, но я уверен, что вы с этим справитесь. Свое видео поздравление прислала ветеран Великой Отечественной войны Галина Павловна Брок-Бельцова. Я рада, что за такой короткий срок я уже узнала Андрея Алексеевича. И не где-нибудь на празднестве, а в работе. И как-то радостно, когда видишь молодых, я довольна, что успехи налицо. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.